Всем привет! А вы уже подумали, что подарите на Новый год своим любимым, близким и друзьям? Мне уже поступил первый заказ на новогодние праздники. Это снежинки, ледяная снежинка с ароматом «Дух Рождества». Мастер-класс «Как я делаю снежинку» есть у меня на канале. Снежиночки мои полетят в Республику Крым к моей дорогой подружке Ниночке. Ниночка тоже блогер, есть у нее канал в YouTube и в Дзене. Так, заказала Ниночка у меня 5 снежинок. Снежинки упакованы дополнительно в пищевую пленку, в красивый пакет со снежинками, с наклейкой «Счастливого Нового года». И в подарок еще вкладываю открыточки с новогодними пожеланиями. Также отправлю Ниночке открыточку «Спасибо за заказ» и от меня подарочек. Вот такой вот небольшой подарочек с надписью «Счастье». Подарки я всегда вкладываю в свои посылки, но подарки на мое усмотрение, подарки бывают разные, поэтому кто заказывает, тут без претензий. Подарочки у меня всегда разные. Ну, теперь будем упаковывать нашу посылку. Взяла я такую коробку. Довольно-таки большая коробка, потому что 5 снежинок. Отправлять буду почтой России. Так, это уберем пока в сторонку. Отправлять буду почтой России. Ниночке нет приложения Авито. Она попросила отправить ей просто через почту. Коробку обклеила со всех сторон скотчем, чтобы не развалилась. Потому что почта — это такое дело. Все перетрусят в коробках. Так, на дно коробки уложим. Надеюсь, видно. На дно коробки уложим упаковочную бумагу. Мягенькую сделаем подушечку для посылки. Так. Теперь я хочу дополнительно упаковать снежинки в пакет еще, потому что погода уже сырая, холодная. Мыло нежная вещь. Хочется, чтобы максимально все пришло целое, не поломанное, не испорченное. Так, упакуем еще в пакетик это все. Аккуратненько запакуем. Так, 4 снежинки сюда. И 1 снежинка с подарком будет в другом пакете. Я всегда записываю видеоотчеты, если отправляю посылки в другой город. Я всегда после отправления посылки отправляю покупателям трек-номер. Если нет приложения, допустим, Почты России или там Авито, вы не можете посмотреть, где ваша посылка, когда придет, я периодически отправляю скриншоты, где ваша посылка, отправляю уведомление о том, что посылка вас ждет в пункте выдачи. Доставка за счет покупателя. Доставка зависит от веса посылки, от места назначения, куда должна прийти посылка. Ну, в Авито там немножко все по-другому. В Авито будет немножко дешевле. В прошлый раз у меня девушка заказывала в Чебоксары посылку. Вот первый раз она у меня заказала посылку через Почту России, второй раз через Авито. Сказала, через Авито дешевле. В общем, так. Упаковала в пакет. Уложила снежинки. Тут они хорошо стоят. Еще одну снежинку и подарок ставим сюда, в бок. Так, теперь что еще хочу? Еще хочу упаковочную бумагу проложить это все здесь,
чтобы меньше болталась наша посылка, чтобы подарки меньше болтались. Иначе придет все перетрушенное, это уже проверено. Так, вот так делаем. Все. Вроде все надежно упаковали. Вкладываю сюда еще открыточку. Так, здесь у нас 4 снежинки, здесь у нас 1 снежинка и подарок, открыточка, и сверху еще положим бумагу тишью, чтобы было покрасивее. Все, посылка наша упакована. Я надеюсь, видно. Можно запечатывать и относить на почту. Хочу еще взвесить посылку, посмотреть примерный хотя бы вес. На почте ее буду тоже взвешивать. Получается 562 грамма. Можно нести посылку на почту. Все, отправила посылку. Заняло это у меня около 5 минут. С учетом того, что впереди еще было 2 человека, которые отправляли посылки на почте. Ничего в этом сложного нет. Отправляю уже посылочку не первый раз. Посылка, значит, обыкновенная. Отметки нестандартная. Способ пересылки наземный. Вес 567 грамм. Это чуть больше, чем взвешивала я. Но если учесть, что Почта России обмотала всю посылку дополнительно скотчем, как раз 5 грамм на скотч. Попугай мой опять бунтует. Так, стоимость посылки из города Таганрога в Республику Крым, Черноморский район, стоит 377 рублей. Это с учетом смс-уведомления получателю. То есть, когда посылка придет на место, получателю придет смс. Все, буду на этом заканчивать видео. А еще что хотела сказать. Сегодня у нас 18 октября. Посылка придет 28 октября, предположительно. То есть 10 дней на доставку посылки. Бывает такое, что посылка приходит на день раньше. Так у меня было с Чебоксарами. Посылка туда пришла на день раньше. Поэтому я всегда прошу, делайте заказы заранее. С учетом того, что мне надо успеть изготовить мыло и доставить его к вам в место назначения. Все, на этом буду заканчивать свое видео. Всем пока-пока, до скорой встречи. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.